Всем привет! Вы на канале Хвостатое Чудо, и сегодня я буду показывать, как я замачиваю корм Топи. Так, здесь у меня на столе очень много всего. Это подходит не только для замачивания, но и запаривания, но не все я замачиваю. Поэтому давайте по порядку. Сегодня будет у нас видео именно про замочку. Но про запаривание я вам покажу чуть-чуть попозже. Так, что я делаю? Значит, я беру для замачивания контейнер, в котором я буду замачивать. И давайте разберем, что я буду туда добавлять. Что вообще на столе, расскажу. Значит, это у нас мелисса, черноплодная рябина, чиа. Это клюква, яблочки, подорожник, почки сосны, укроп, липа. Это у нас пастушья сумка, створки фасоли. Здесь у нас маш. Чечевица красная, это у нас нут, это зеленый, да, это гречневая крупа зеленая и бурый рис. Значит, для замачивания я беру немного бурого риса, прям немного, потому что топа у меня один и много ему не надо, чтобы не пропадало. Так, берем, значит, гречневую зеленую крупу. Так, чтобы не падало. Нут. Вот прям вот чуть-чуть. Далее чечевицу красную. И маш. Тоже. Ну ладно, немного много. Добавлю чуть-чуть рябины. Чиа. Чиа добавляю прям чуть-чуть. Вот прям вот как пелёшечку. Вот. Еще я беру немного пшеницы. Побольше. И просо нечищенное. Он тоже его очень любит. Вот, что у нас получилось? Вот такая вот смесь. Хватит, это сразу говорю, на два раза только. Дальше мы промываем зерна. Сливаю я в ситечко, чтобы никакие зернышки не уплыли от нас. Так, все, я слила. Теперь я обратно все складываю в контейнер. Все обратно сложила в контейнер. Теперь заливаю водой. Залила водой. И оставляю неплотно закрыто на 6-12 часов для замачивания. Ну вот, прошло 12 часов с момента того, как я поставила на замачивание. Теперь мы это промываем. И вот, когда мы уже промыли наше замоченное зерно, я к нему добавляю яблочко, клюкву, мелиссу, пастушью сумку, укроп, липу, створки фасоли, подорожник и почки сосны. Наполняю я вот такую емкость из-под купалки, потому что он там у нас не купается. Мы ее используем так же, как и Виктория с канала Just Love Pets. Мы используем это под еду. Насыпаем немного зерен. Ему одному это на целый день. Вот где-то у нас половина здесь, половина там получается. Угу. Это ему на сегодня и на завтра. Яблочки с клюковкой. Одной рукой неудобно все насыпать одновременно, поэтому я насыпала сюда вот эти все травы и высыпаем
тоже топим в кормушечку. Так, все перемешаем. Вот такое разнообразие блюд у него получается. И сверху я сейчас еще посыплю сепии, потому что сепию мы не кушаем, и буду уже давать птичке. И вот такой небольшой рацион на сегодня для топа готов. Но не особо наш топа голодный, поэтому я ждать не буду, когда он залезет в кормушечку и начнет кушать. Оно не страшно. В следующий раз здесь сниму. Вот наш красавец, попугайка. Топа. Важный птиц. Красавчик. Ну вот на этом все. Я вам показала, как я замачиваю. Следующее видео будет про запаривание корма. Ну а кому понравилось, ставьте лайк, не забудьте подписаться и оставаться с нами, ведь впереди только интересные и полезные только для вас. Пока-пока!